5 преступлений, почти 20,5 граммов изъятых наркотиков. С таким результатом в Армавире завершился второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». С 19 по 30 октября антинаркотическая комиссия получила 37 звонков от граждан. 35 человек обращались за консультацией, а двое сообщили о фактах незаконного оборота наркотиков. 20 октября был задержан гражданин, у которого в ходе личного досмотра изъято 11 свертков с наркотическим веществом, согласно заключению эксперта, метадон, который он приобрел для дальнейшего сбыта путем тайниковых закладок на территории города. Также у данного гражданина в ходе осмотра адресов, указанных в телефоне, обнаружены и изъяты 3 свертка в виде тайниковых закладок, осуществленных им ранее. За 12 дней правоохранители также составили 3 административных протокола за употребление наркотических веществ и изъяли у 2 приезжих крупную партию белого порошка в свертках с маркировкой красного, синего, желтого, зеленого и белого цвета. Сотрудниками полиции задержаны 2 граждан, в ходе личного досмотра одного из которых обнаружен и изъят пакетик с веществом. В ходе проверки оперативниками была получена информация о том, что данные лица прибыли в город Армавир с целью сбыта наркотических средств. В ходе досмотра транспортного средства, на котором граждане прибыли в город, была обнаружена и изъята сумка, внутри которой находилось более 600 свертков с веществом. Назначена и сейчас проводится физико-химическая экспертиза. Во время акции стражи порядка обследовали популярные среди молодежи места. Парки, скверы, торговые центры и транспортные объекты проверили не менее 5 раз в поисках людей, употребляющих или распространяющих наркотики. В техникумах и школах сотрудники городского отдела полиции и Армавирского наркологического диспансера организовали 32 профилактических урока, а также провели 6 индивидуальных бесед с армавирцами, состоящими на учете. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.